день! Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с новыми книгами. И следующая книга называется «Лягушонок и чужестранец». Неподалеку от деревни, на опушке леса, поселился чужестранец. Первой его обнаружила свинка. «Вы видели? Вы видели?» – засуетилась она. «Интересно, зачем он сюда приехал?» «Кто он такой?» – спросила утка. «Это противная грязная крыса», – сказала свинка. «С крысами держи ухо востро», – сказала утка. «Они все воры». «Откуда ты знаешь?» – спросил лягушонок. «Да это все знают», – сердито ответила утка. Лягушонок слышал об этом впервые и решил посмотреть своими глазами. Когда наступил вечер, он увидел невдалеке от деревни красный огонек. Лягушонок подкрался к нему поближе. На опушке леса в землю было воткнуто несколько палок. Между ними натянут кусок ткани. Выглядело это довольно неаккуратно. Над костром висел котелок. Чужестранец готовил себе еду. Пахло очень вкусно. Лягушонку здесь понравилось. «Я его видел», – рассказывал соседям на утро. «Ну и как он тебе?» – спросила свинка. «По-моему, симпатичный», – ответил лягушонок. «Это же грязная крыса», – сказала свинка. «Она тут все сожрет, а работать не будет». «Крысы все наглые и ленивые», – сказала утка. Но утка сказала неправду. Крысенок все время что-то делал. В лесу он нашел много упавших веток и смастерил себе из них стол и скамейку. Да и грязного он вовсе не был, каждый день мылся в речке. Однажды лягушонок решил сходить к крысенку в гости. «Привет», – сказал лягушонок. «Я лягушонок». «Да я уже вижу», – сказал крысенок. «Не такой я глупый. Я умею читать и писать и знаю три языка – французский, немецкий и английский». Его слова произвели впечатление на лягушонка. Заяц знал только один язык. Но вот к ним подошла свинка. «Откуда ты взялся?» – спросила она сердито. «Ниоткуда. И отовсюду», – спокойно ответил крысенок. «Так почему бы тебе не отправиться во свояси?» – воскликнула свинка. «Тут тебе делать нечего. Я много где бывал и видел мир», – ответил крысенок. «Здесь тихо и красивый вид на реку. Мне здесь нравится». «А дерево для скамейки ты украл?» – спросила свинка. «Нет, нашел», – сказал крысенок. «Значит, могу взять». «Грязная крыса», – бормотала себе под нос свинка. «Да-да, крыса виновата всегда и во всем», – мрачно отозвался крысенок. Втроем они отправились к зайцу. «Гнать надо эту грязную крысу», – сказала свинка. «Чужестранец ворует в лесу строительный материал, и вообще он слишком наглый», – воскликнула утка. «Да успокойтесь вы», – ответил им заяц. «Он не такой, как мы, но он же не причиняет нам вреда, верно? А лес принадлежит всем». С тех пор лягушонок стал часто заходить к крысенку. Они сидели рядышком на скамейке, любуясь красивым видом. Крысенок рассказывал о дальних странствиях и о своих приключениях, где он только не бывал и чего он только не повидал. Свинка не могла этого пережить. «Как ты только можешь общаться с этим гадким крысенком?» – возмущалась она. «Но чем он тебе не нравится?» – удивлялся лягушонок. «Он не такой, как мы», – заявила утка. «Не такой», – сказал лягушонок, – «но мы все разные. Хоть и разные, зато все свои». Как-то раз свинка готовила обед. Одно неловкое движение – в сковородке загорелось масло. Огонь стал быстро разгораться, и скоро весь домик заполыхал. Свинка в испуге выбежала на улицу. «Пожар! Пожар!» – кричала она. Но крысенок был уже рядом. Он тут же схватил ведро и бросился заливать огонь водой. Все бегал и бегал от реки к горящему дому и опять к реке, пока не потушил пожар. Домик сгорел почти весь. Звери в испуге смотрели на то, что он от него осталось. Свинке теперь негде было жить. «Не беда!» – крысенок сбегал к себе за молотком и гвоздями и быстро починил домик. В другой раз заяц отправился на речку мыться, но подскользнулся и упал в воду. Заяц не умел плавать. «Спасите!» – закричал он. Первым его услышал крысенок. Тотчас бросился в воду и вытащил зайца на берег. Теперь все зверюшки сказали: «Пусть крысенок живет рядом с нами». Крысенок никогда не унывал и всегда был готов прийти на помощь. И еще он придумывал для всех развлечения. Одно другого лучше. То пикник на берегу реки, то экспедицию вглубь леса. А по вечерам рассказывал увлекательные истории о драконах, которых победил, когда жил в Китае. То было чудесное время. Казалось, что выдумка у крысенка нет конца. Но однажды, когда лягушонок пришел навестить крысенка, он не поверил своим глазам. Палатка была снята, и крысенок уже взвалил рюкзак себе на спину. «Ты что, уходишь?» – удивился лягушонок. «Мне пора в путь», – сказал крысенок. «Отправляюсь я в Америку, там я еще не бывал».
Лягушонок расстроился. Со слезами на глазах зверюшки прощались со своим другом. «Может быть, я к вам еще приду?» – сказал крысенок. «Построй здесь мост через реку». И ушел. Грязный, гадкий, милый, наглый, всегда готовый прийти на помощь. Мастер на все руки. Они смотрели ему вслед, пока он не скрылся за холмами. «Нам будет его не хватать», – сказал заяц со вздохом. Да, после ухода крысенка стало как-то пусто. Но скамейка все еще стояла на опушке леса, и зверюшки из деревни часто приходили посидеть на ней и поговорить о крысенке. Следующая наша история называется «Сири и радость третьего этажа». «Сири!» – кричит мама. «Открой, пожалуйста, дверь, кто-то звонит!» Сири бежит открывать. На пороге стоит господин Тучкинин с третьего этажа. «Здравствуй, Сири!» – говорит господин Тучкинин. «Здравствуйте, господин Тучкинин!» – отвечает Сири. «Не могла бы ты завтра немного побыть с моей собачкой?» «Могла бы!» – радостно соглашается Сири. «Завтра я иду в гости к своей крестной!» – продолжает господин Тучкинин. «Но не могу взять радость с собой, потому что у крестной живет Илмари!» «Неужели радость боится этого Илмари?» – удивляется Сири. «Еще как боится! Видишь ли, Илмари очень большой! Он такой огромный, что крестная одной с ним никак не справится!» «А что он такого сделал?» «Илмари залез на высокий шкаф и теперь никак не может спуститься, поэтому я пойду завтра с крестной. Мы должны во что бы то ни стало снять Илмари со шкафа». «Большое тебе спасибо. Тогда до завтра», – уходя, говорит господин Тучкинин. «Ах да, радость очень застенчива. Больше всего она любит прятаться в кармане», – вспоминает он уже на лестнице. «Мы с ней почти нигде не бываем, но разве что в библиотеке». Сири бежит на детскую площадку, «а к нам завтра радость придет», – радостно кричит она. «Кто к вам придет?» – спрашивает Отто-младший. «Радость!» – повторяет Сири. «Какая такая радость?» – спрашивает Отто-средний. «Радость с третьего этажа!» – отвечает Сири. «А почему это она придет именно к вам?» – удивляется Отто-старший. «Потому что крестная не может снять Илмари со шкафа», – объясняет Сири. «Ясно!» – хором отвечает Отто-младший, Отто-средний и Отто-старший. «Ну, мне пора!» – говорит Сири. «А можно мы придем завтра посмотреть на радость?» – спрашивают братья Отто. «Можно!» – кивает Сири. «Вот здорово!» – говорят братья. Утром Сири просыпается ни свет ни заря и бежит будить маму с папой. «Мама, папа, просыпайтесь! Уже утро!» – кричит она и стаскивает с них одеяло. «Сегодня радость придет!» «Кто придет?» – сквозь сон бормочет мама и пытается снова натянуть на себя одеяло. «Радость с третьего этажа!» – говорит Сири. «Мне надо пришить карман!» Сири пытается поднять папу, но его голова все время падает на подушку. «Вставай!» – истошно вопит Сири папе прямо в ухо. Папа тут же просыпается. «Что случилось?» – спрашивает он и чешет в затылке. «К нам придет радость, и мне надо срочно пришить карман, потому что радость живет в кармане», – говорит Сири и несет корзину с нитками. «А почему радость придет именно к нам?» – спрашивает мама. «Потому что крестная господина Тучкинина не может снять Илмари со шкафа». «Какой ужас!» – вздыхает мама. «Неужели никто Илмари залез на шкаф?» «А сам он слезть не может?» – удивляется папа. «Наверное, он застрял, потому что он очень большой», – говорит Сири. В дверях стоят братья Отто. «Ну что, радость уже здесь?» – спрашивают они. «Нет еще», – говорит Сири. «Братья Отто смотрят на новый карман Сири. «Какой красивый карман!» – говорят они с восхищением. «Спасибо!» – кивает Сири. «Радость любит сидеть в кармане!» «Почему?» – удивляются братья Отто. «Потому что она очень застенчивая!» – поясняет Сири. «Она почти нигде не бывает, но разве что в библиотеке!» Через час на пороге появляется радость. «Посмотри-ка, радость! Какой замечательный кармашек!» – говорит господин Тучкинин. Собачка выглядывает из кармана господина Тучкинина. «Это и есть радость?» – спрашивает Отто-младший. «Надо же, какая застенчивая!» – говорит Отто-средний. «И какая маленькая!» – удивляется Отто-старший. Господин Тучкинин достает радость из кармана и перекладывает ее в карман Сири. «Ну, пока моя радость, я пошел. Будь умницей, я скоро вернусь». Сири, братья Отто и радость отправляются гулять в парк. Сири все время пытается выдавить радость из кармана. «Вылезай, давай поиграем, мячик!» Радость робко выглядывает. Неожиданно она гавкает, выпрыгивает из кармана и бежит прочь. «Радость, не убегай!» – кричит Сири. «Радость!» – кричат Отто-младший, Отто-средний, Отто-старший. Но радость и след простыл. Сири и Отто ищут ее повсюду, но собаки нигде нет. «Смотри, вот она!» – вдруг закричал Отто-младший и показал на коричневый хвост, торчащий из-за киоска. Отто-младший ухватился за хвост и потянул, но хвост оказался сосиской. «Это моя сосиска!» – заплакала маленькая девочка. «Смотрите, Отто-средний показывает на два коричневых уха, которые торчат
над забором. Он подбегает к забору, но выясняется, что это не собачьи уши, а всего-навсего шапки близнецов. Сири и братья Отто сели на скамейку в парке. «Пропала!» – захныкала Сири. «Сбежала!» – в один голос подтвердили братья. «А может, она запрыгнула в какой-нибудь мешок со сладостями?» – предположил Отто-младший. «А мешок погрузили на корабль», – добавил Отто-средний. «А корабль уплыл в Африку», – заключил Отто-старший. «У-у-у-у», – ревет Сири. «Что я тебе скажу господину Тучкинину?» «Не плачь, Сири», – успокаивает ее Отто-младший. «В Африке очень даже неплохо». «Не плачь, Сири», – успокаивает ее Отто-младший. «В Африке очень даже неплохо». Не унимается Сири. «Почему мы не пошли в библиотеку? Там бы радость не потерялась». Сири и братья Отто проходят мимо кондитерской. «Смотрите, на витрине сидит собака, очень похожая на радость», – говорит Отто-старший. «Это же и есть радость!» – кричит Сири. Сири и братья Отто вбегают в магазин. Радость как раз собирается лизнуть большой шоколадный торт, но тут ее заметил кондитер и закричал. «Прочь от торта!» От страха радость прыгнула к Сири на руки. «Она нашлась!» – закричала Сири. «Надо же! Как ваша собачка перепугалась!» – удивился кондитер. «Похоже, она любит шоколадные торты», – сказал кондитер и отрезал всем по кусочку. «Это вам и вашей собачке». «Спасибо», – сказали дети. Господин Пушкин пришел забрать радость. «Неужели Илмари все еще сидит на шкафу?» – спросила мама Сири. «Нет, он уже спустился, выпил пол-литра сливок и улегся спать». «Какой странный мальчик», – удивилась мама. «Очень странный», – согласился папа. «Что вы, Илмари вовсе не мальчик, это кот», – засмеялся господин Тучкинин. Увидев господина Тучкинина, радостно завиляла хвостом. «По-моему, она даже веселее, чем прежде. Во что вы играли?» «В прятки». «Радость спряталась, а мы ее искали», – пояснила Сири. «Какая замечательная игра», – сказал господин Тучкинин. «Угу», – согласились дети. «Я забыл вас предупредить, что радость привыкла каждый день ровно 12 часов съедать кусочек шоколадного торта. Но с вами ей, наверное, было так весело, что она об этом не вспомнила», – добавил господин Тучкинин. «Ну, нам пора. Радость, в карман!» Радость посмотрела на Сири и братьев Отто. «Может, завтра снова поиграем в прятки?» – спросила Сири. «Гав!» – ответила Радость и радостно завиляла хвостом. Вот такая забавная история про Сири и собачку по имени Радость. А на этом я с вами прощаюсь и говорю до новых встреч!